Приветствую вас, подписчики и гости канала. Сейчас мы находимся на улице Виа дель Корсо. Мы вышли из римского форума. До этого находились в Колизее. И сейчас направляемся. Одна из красивейших площадей Рима – это площадь Венеции. Это самая длинная улица, на которой мы находимся. Очень большая площадь Венеция. Расположен в паре минут ходьбы от Капитолия и Римского форума. Считается, что Ли не главная площадь Рима. Она соединяет между собой пять главных артерий города. Как раз это находится так называемом перекрестке. Это улицы Виа де Фьори, Империали, Виа дел Корсо, Виа дел Театро до Марчелло, Виа Батисти и Виа дел Плебисто. И, пожалуй, это самая оживленная в Риме площадь. Наводненная как многочисленными туристами, так и транспортом. Здесь одновременно находятся уличные музыканты, туристы, так что все объекты от друг друга 10 минут ходьбы. У меня уже есть видео про римский форум и про Колизей, так что можете зайти посмотреть это видео. Пьяцца Венеция была пересечением важных дорог еще со времен Древнего Рима. Но свое современное название она получила значительно позднее, во время Средневековья, когда здесь был построен Палаццо Венеция, резиденция венецианского посольства и венецианского кардинала, ставшего впоследствии попой. Сегодня Палаццо размещается в музее, а рядом базилика Сан-Марко, где хранится мощи святого Марка. Это время было в свое время штаб-квартире Наполеон Бонапарте, и там жила красивая мать. Друзья, если кто был здесь, можете писать свои впечатления, может что-то дополнить. Ставьте лайк, дайте комментарии и не забудьте о следующих видео. Спасибо, до встречи. Thank you.